Первый канал и Красный квадрат представляют. Мы начинаем. Встречайте, наши гости из города Первомайск, Александр и Сергей Гринченко. Когда люди нас видят вместе, почему-то все время путают. Да, почему-то все время думают, что мы близнецы. Хотя на самом деле у нас 4 года разница. Это младший брат Сергей, я старший Александр. Мы всегда стараемся все делать вместе, коллективно. Да, дружно. Для нас очень большую роль играет рыбалка. Мы все время берем удочки, где бы мы ни находились, и идем на рыбалку. На рыбалке это самое главное, процесс ожидания того, что ты поймаешь вот такую вот рыбу. Чтобы всем завидно было, рыбакам, стоящим рядом. Есть такая примета у рыбаков. Если шуметь, клёво не будет. Поэтому мы сейчас тихо-тихо скажем. Минута славы, мы к тебе идем. Александр и Сергей приехали на минуту славы за победой. На меньше они не согласны. А 10 миллионов им нужны для того, чтобы открыть свою цирковую студию и учить мастерству маленьких ребятишек. Об этом мечтают наши участники. Как уверяют ребята, их номер олицетворяет человеческую жизнь – рождение, взросление и смерть. Вот с таким философским подходом относятся к своему выступлению наши участники. Обратите, пожалуйста, внимание, ребята делают не просто интересные, а уникальные трюки. Они обещали нам показать стойку на голове, которую никто не может повторить в мире. Пожалуйста. Вот он, тот самый уникальный элемент, который мы ждали. Посмотрите на реакцию публики и членов жюри. Все понимают, чтобы добиться таких результатов, нужно действительно быть очень талантливым.
Александр и Сергей Гринченко, город Первомайск. Ну, вы знаете, сначала не о номере, а о том, как вы прекрасно выглядите. Я, увидев ваши костюмы, понял, что больше не буду себя истязать в спортзале. Оказывается, это все можно с успехом нарисовать, дорогие друзья. Вопрос к Ирине Константиновне сразу. Вот ребята открыли сегодняшний вечер. А что сложнее в соревнованиях спортивных, начинать или заканчивать? Ну, конечно, начинать значительно сложнее, потому что публика не готова, судьи понимают, что впереди еще много, надо тоже свои силы сэкономить. Но я хочу ребят поздравить, просто потрясающий номер. Очень сложные силовые элементы. И вы знаете, я первый раз вижу пару, где не поймешь, где нижний, где верхний. Обычно все-таки в таком силовом номере сразу видно. А тут вы настолько органично смотритесь. Спасибо большое. Я говорю, да. Александр Васильевич. Ребят, ну видели мы акробатические силовые номера? Видели. Но вот то, что вы показывали какие-то вещи, я даже не думал, что это можно сделать чисто физически, чисто по-человечески. Ну, в этой ситуации сложнее, наверное, всем тем, кто будет выступать дальше в этом выпуске, потому что с такой высоты, в буквальном и в переносном смысле, мы начали сегодняшний выпуск «Минуты славы», что всем остальным, мне кажется, будет крайне трудно. Но вы классные, да. Леонид Парфенов. Действительно, очень высоко задана планка, и действительно, несколько раз, ну, два раза точно мы говорили, да ладно. То есть, вот неужели голова на голове можно стоять? Оказывается, можно. Вот, очень-очень хороший номер. Да, я понимаю, что теперь там намято. Очень хороший номер, очень стильный, что редко. Здесь как-то часто такие раскардашные все-таки номера, не выстроенные, а здесь вам кто-то по режиссуре помог, или сами вы так, и начиная от костюмов и кончая вот всему, что придумано. Прости, Лень, и очень вот первый, выстроено все. Первый случай вот в моем участии, присутствии на «Минуте славы», когда мне жалко, что номер кончился. Обычно с точностью да наоборот все происходит. Для вас можно еще один раз. Хорошо, подождите. Спасибо. Вас, если пропустят да. Сейчас... Да. Конечно, да. Конечно, да. Да. А что я... Все вот это говорил, оно не содержало «да» разве? Да. Ну, в связи с этим вопрос. Теперь возникает очень опасная ситуация, на мой взгляд. Вам столько высказали замечательных каких-то ощущений от того, что вы делаете. Если зрители вас поддержат, вас поддержали члены жюри, чем вы дальше будете удивлять нас? Стиль номера будет тот же, но то, что вы видели сегодняшние трюки, они будут в усиленном варианте. Боже мой, еще усильней. Спасибо вам огромное. Мы вас приглашаем в красную комнату и говорим спасибо за такое очень красивое начало «Минуты славы» на Первом канале сегодня. Молодцы, ребята! Поздравляю! Поздравляю!